Профессия, в которой женщина выступает не только специалистом, но и чуткой, заботливой душой – это доктор. Понимая, насколько здесь важны самоотверженность и преданность, именно представительницы прекрасной половины справляются с ее основными функциями, особенно чутко и с пониманием. Это хорошо знает Ольга Марзан, заведующая вторым педиатрическим отделением детской областной больницы. Специфика ее деятельности довольно непроста. Вопреки всем трудностям, Ольга Ивановна старается уделить достаточно внимания каждому малышу, помочь с лечением, а иногда и просто подбодрить, поговорить, пожалеть. Дети, конечно, это особый контингент, к которому нужно всегда относиться с добротой, с любовью, с нежностью, особенно даже тогда, когда ребенок плачет, когда ребенок беспокоится. Нужно как-то преодолевать вот эту вот тревогу, которая у тебя все равно остается, волнуется. Это получается, поэтому мне нравится общение с детьми. А дети всегда сами по своей натуре добрые, ласковые, отзывчивые. И они даже помогают сами в работе. Выбор профессии для себя Ольга Марзан сделала еще будучи ребенком. Когда маленькая Оля болела, к ней в деревню наведывался мудрый, опытный фельдшер, который мог найти подход к любому пациенту. Эту открытость и профессионализм Ольга Ивановна взяла для себя как кредо на будущее и отправила отступать не собирается. В большой карьере опыт работы в разных медицинских учреждениях, на разных должностях. Однако особенно доктор дорожит тем, что имеет сегодня. Вот уже 25 лет она заведует отделением, в котором ее ценят и уважают как мудрого руководителя и грамотного наставника. А Ольга Ивановна отвечает тем же. Работа как-то нас вот и сближает врачей, коллег, поэтому профессиональный рост прежде всего и становление здесь тебя как врача произошло именно здесь. Несмотря на то, что, конечно, много я работала в других местах, но именно здесь это профессиональный рост именно в больнице произошел. Даже в праздник Ольга Марзан находится на своем профессиональном посту. Она знает, что ее помощь здесь нужна. За спиной у доктора большой стаж и богатый багаж знаний, который может пригодиться в непростой ситуации. Любить тех, кто с тобой рядом, и то, что ты делаешь. Это золотое правило Ольга Ивановна считает принципом жизни. Жизни человека с большой буквы.